Сергей и администрация канала «Не мышь кричает» благодарит всех из данного списка за оказанную поддержку. А если у вас есть желание и возможность, это главное, поддержать канал материально, вы можете также подписаться на Boosty. Ссылочки в описании. Добрый вечер, мои друзья. Теперь я вам представляю к вниманию очередную фигурку, начало очередной работы над рыцарем ордена крестоносцев, ордена мечей или меченосцев. Вот такой вот у нас будет такой флагоносец. Он будет с флагом, у нас находится, точнее со стягом этого ордена. Орден, кстати говоря, был недолговечным по своей продолжительности. Он потом влился в орден тевтонцев. Но до этого он был как такой небольшой самостоятельная такая ячейка была. Но это было ответвление от ордена тамплиеров. По сути дела, он располагался в Восточной Прибалтике, для сейчас Латвия, Литва, чтобы там население проповедовать, как хотели сказать, христианство. Но на самом деле банально занимались грабежом, как обычно это и происходило. А потом такое уже после этого уже предлагали какую-то веру Христову, как говорится, да? Обращали веру Христову, как говорится. Ну, те племена, которые жили по соседству. Они как бы в отместку за их набеги, тех племен, язычников, ходили к ним и вот делали то же самое, фактически грабили. Ну, вот такой вот будет у нас работа интересная, необычная. Ну, что ж, мы не будем откладывать в долгий ящик, приступаем к окрасу. А вы будете смотреть на канале все, как это происходит. Thank you.
Thank you.
Вот, друзья мои, у нас уже готовый рыцарь ордена меча. Вот меченосцев. Вот такой у нас получился замечательный знаменосец ордена меченосцев. Я его делал, опять же, с удовольствием. Расписывал, раскрашивал. Тут очень много интересных было деталей. В знамени, в щите. Сам по себе он, в принципе, так не столько слишком замороченный оказался. Так как у него в основном кольчужная рубашка, кольчужный капюшон. И нету таких вот элементов латов. Как у некоторых рыцарей еще присутствуют элемент, латные элементы, здесь их нету. Но, несмотря даже на это, мне очень понравилось с ним работать. Он очень интересный был, и хочется, конечно, вот нечто еще подобное пощупать. Ну, думаю, что я доберусь до кое-чего еще. Тем более, ко мне должно уже скоро это приехать. Так что будут уже другие немножко рыцари там. Парочка других. Так что вы все это увидите в дальнейшем. А пока что вот на ваш зрительский суд я представляю рыцаря ордена меченосцев. Это самый непродолжительный по историческим меркам орден был. Ну, он всего просуществовал 37 лет, с 1204 года по 1240. А потом влился в состав Тевтонского ордена. Германского, немецкого Тевтонского ордена уже влился. А, кстати, штаб-квартира у них была в городе Рига. Он вообще был призван для того, чтобы как говорится, охристианивать ну, племена, которые жили соседствующие с Восточной Прибалтикой. То есть это же Литва, Латвия, современная Эстония. Вот в тех вот краях, собственно говоря, они и орудовали. Сначала грабили, жгли, а потом уже насаждали уже веру Христову. Говорится, вот так вот они были божественные снаружи и безбожные внутри, как их охарактеризовали историки. Ну вот такой получился у нас интересный персонаж. Так что всем всего хорошего настроения и ждите новых поступлений, они обязательно будут новые, интересные и необычные. Всего хорошего, пока-пока.